Vaem Israel a Biedenisa voa na Nangliscom Israel United in Christ. Me prives Svem Vas Sivonia for Program. Israelisca Diaspora for CCC. A Sivonia temo Ot Isawa do America. Ot Isawa do América. родословная ложь евреев. Запомните, что мы уже сделали много тем раньше, где мы прочитали э, второзаконие, глава 28. Там написано э, Моисей, как э, наше проклятие и наше э, благословение. И сказал, если мы будем соблюдать наш Бог в законе, что наш Бог будет благословить нас. Но если мы не будем соблюдать Его законы, что Он будет положить на наши люди Его проклятие. И от этого проклятия мы знаем, кто Израиль люди сегодня. А мы потом сделаем другой тему, где мы, где мы прочитали, и я тоже объяснял от Библии, Что оригинални израели люди, 12 племени израели, а не оригинални чорни люди. Ми прочитали от Йова, пророка Йова, и тоже от цар Соломон, и тоже от Йеремии, пророка Йеремия. И тоже ми прочитали от откровение, что наши месия, Исус Христос, че Он черный, и его отец от Библии. Потому что сегодня есть картинка, где они рисовали, что он белый. Но это неправильно, потому что здесь Священное Писание сказало нас, что он черный. А сегодня мы продолжаем. Если оригинальный Израиль люди черные. А кто эти люди сегодня в Иерусалиме? Поэтому мы сегодня мы будем отслеживать их происхождение от Библии. С Библии мы будем это сделать. Но сначала открываем в Новом Завете. Мы открываем Иоанна. Иоанна, глава 8, стих 32. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Еще раз. И познайте истину, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Это наша Мессия, Иисус Христос ⁇ слово. Он сказал это. А сейчас мы начнем сегодня тем. Надо узнавать истину сегодня. Кто эти люди сегодня в Иерусалиме? Если они истинные или ложные еврейские люди. Мы открываем. Мы открываем сейчас в Ветхом Завете Битие, глава 25, стих 21. Как я уже сказал раньше, мы будем отслеживать их происхождение. Битие, глава 25, стих 21 и молился Исаак Господу о жене свой. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его. И зашала Ребека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Она беременна здесь, соблизнится. Яков и тоже Иса. Хорошо? И в ее утробе они стали биться между их. Между собой они стали биться. Яков и тоже Исав. Сыновья в утробе и я стали биться. И она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени во Шреве твоим и два различных народа произойдут из утробы твоей один народ, сделается сыне другого. И больше будет служить меньшему. Бог сказал ее это, что два племени, два люди, во вреже, во твоим, и два различных народа. Значит, что эти близнецы, они разные. У них разный, у них разные идеологи, идеологи, и у них разные э, гражданства. Но у них есть э, одинаковые мама и папа, одинаковые родители. Но они будут разница. Два племени в и два разнищих народа произойдут из утробы твой. Один народ сделается сильнее другого. Один народ или какие люди, если вы знали от Библии, какие люди очень сильны, чем другие. Это, это Якова потомки. Якова потомки, они сильнее, чем Исавы люди. И сами люди сегодня называют идумые. Идумые люди. Дальше. И больше, и будет служить меньшему. Большие это и потомки. И потомки, они будут, когда Иисус Христос приедет, э, приехать сюда второй раз. Они будут служить наши люди. Это от Библии. А я это буду доказывать от Библии. Дальше. В стиху 24. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Близнецы, близнецы в утробе ее. Первый вишел красный. Первый вишел красный. А какие люди сегодня проходить это? какие люди сегодня есть красной кожи. Какие люди? Это и люди. Белые люди в европейские и американские. Они красные, они не белые. Когда, когда мы скажем, что они белые люди, значит, что мы говорим, что у них, как я покажу, что у них у такого свет. Никакого люди есть у такого свет на коже. Вообще. Они красные люди. Еще раз. Первый еще красный вес как кожа космоти. Значит так, как волосатая одежда. Дальше. И нарекли ему имя Исав. Исав. Дальше. Потом вышел брать его, держась рукою свою запятую пяту, Исава. И нарешено ему имя Яков. Еще раз. Потом вышел брать его, держась рукою свою запяту Исава и нарешено ему имя Яков. Исаак же был шестидя... шесть, э, шесть... Извиняюсь. Исаак уже был 60 лет, когда они родились. В двадцать 26. Потом вышел брат его, держась рукой свою за пьяцу Исаву. Яков держал его брат руки. Дальше. А наречено ему имя Яков. Второй близница – это Яков. Первый – это Иса. Красный на коже. И тоже его кожа, как, как волосатые одежды. Как они здесь сказали, кожа космотии. Дальше. И наречено ему имя Яков. Исаак уже был 60 лет, когда они родились. Дальше. Дети выросли. А, и стал Исаак человеком искусным, в, искусным в, зверолов, в звероловстве. Извиняюсь. Человеком более и Яков человеком, кратким, живущим в Шатре. Исав любит. Исав, он, он человек искусный в Зверолозве. Он это любит. Поэтому Бог сказал раньше, что они будут очень разниц. Еще раз. Дети выросли и стал Исав человеком искусным в зверол, звероловстве. Человеком полей и Яков человеком кротким. Яков человеком кротким. Он не ходит на улице и погуляет и всегда на, на, на поле. Как его, как его брат. Дальше. Живущим в шатрах. Живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дышь его было по вкусу его. А Ребека любила Якова. И сварил Яков кушание, и Исав пришел с поля устали. Дальше, в стиху 30. И сказал Исав Якову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал от всего дано ему прозвание Идом. Едом – это значит красный. Едом – это значит красный. А едомистские люди или идуми, идумые люди, они Исов, они белые люди сегодня. Это история Исав, Исава и Якова. А мы продолжаем. Сегодня мы сделаем историю Исава. Но особенно его внук Амалек. Амалека его внук это от его сегодня у нас еврейские, ложные еврейские люди в Иерусалиме сегодня. Хорошо. Давай сейчас мы открываем битве глава 27. Битие, глава 27, стик 36. И сказал он, не потому ли дано ему имя, Яков, что он зап, запну, запнул меня уже два раза. Он взял первый родос в мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще сказал, неужели ты не оставил мне благословение? Дальше Исаак отвечал Исаву, вот я поставил его нам над Бою, и всех братьев его отдал ему в рабе. Это что мне уже раньше читал от бития 25 где мы прочитали раньше, битие, 25, в стих 23. Здесь объясняет, что и люди, что они будут, они будут служить наши люди. Они будут служать наши люди. И это благословение от Бога через Исаака, его отец. Дальше. Фустику 38. Но Исаак сказал отцу своему, неужели, отец мой, одна у тебя благословение? Потому что Исаак уже сдал Якову это благословение. Он старый брат, поэтому в Израиля старший брат должен забрать первое благословение. И это, больше, более, чем все благословения для остальных детей. Но в этом истории, в этом истории Исаак уже сдал Якову это благословение. Поэтому здесь Исаак очень, очень, очень а здесь поэтому Исав очень, зл, очень злится. Поэтому очень злится здесь. О, потому что... Но мы, мы, мы продолжаем, а мы увидимся. Но Исав сказал отцу своему, неужели отец мой, одна у тебя благословение? Благослови и мне отец мой. И возвысил Исав голос свой и заплакал. Исав здесь эм, заплакал здесь. Исаф заплакал, потому что он уже потерял первый благословение. Потому что первый это больше, чем остальные благословения для остальных детей. Дальше. Битие 27, стих 39. И отвечал Исаак, Отец его. И сказал ему, вот оттуда земли будет обитание твое, и от России небесной свищи. Что это значит? Это значит, богат, э, все богатства, и тоже богатство земли будет, это уж если мы прочитаем с стиху 20 где-то 20, 28, да. Если мы придем в 28, он уже сдал это к его брат Яков. Но здесь он, он и сам говорил, что он будет жить. Что он будет жить на богатстве земли. Это что это значит? Мы должны помнить, раньше я сказал, что наш Бог разговаривает в упряжьях. Когда Он сказал, вот от тука земли будет обитание Твое. И от Руси небесной свыше значит, что Он будет жить. Это не значит, что Он, он сдал Его, это богатство земли или богатство места на все, на все мир. Нет, это значит, что он будет жить. Яков он сдал, а Исав будет жить. Яков уже забрал первое благословение, первое благословение. Он уже получил первое благословение. Он его сдал это. И Исав будет жить. Это не одинаково. Это, например, когда, мы, может, может быть, если у меня брат, а мой папа уже умер, уже, может быть, я так не желаю, но если он умирает, он будет сказать, я тебе сдаю это здание или этот дом. Но твой брат будет жить в этом, этом доме. Это не одинаково. Это значит, когда, если он скажет, что, что он мне сдал этот дом, значит, это мой дом. Просто мой брат будет жить со мной. Потому что у них не, нет другого места, где он может жить. Или другой квартиры, или дом, где он может жить. Дальше. Битие. Глава 27. Стик 40. И ты будешь жить с умешем с мешом твоим. И будешь жить с умешем твоим, твоим. И будешь служить брату твоему. Будет в же время, когда воспротивишься и свергнешь его с, с виде твой. Что это значит? Это, что мы и будем сейчас показывать в, а, вас. Сейчас. У нас здесь фото для этого. А когда он сказал, и ты будешь, или и вы, э, вы будете жить смешанным. Посмотрите сегодня. Когда он сказал смешанным. Да мы знаем буквение смешанным. Нет, буквение смешанным. Но здесь... Это в Причале. Это у нас в и тоже есть пистоли. Потому что сегодня у нас у них а, поэтому сегодня у них есть пистоли. И он сказал, что они будут жить с этого. Поэтому здесь, а, поэтому вы, если вы посмотрите в Америке, Каждый люди, белые люди, почти каждый люди там есть меша. А с этого они Побед... побеждали, побеждали, все страны. С этого они побеждали все народы, люди на все земли. Дальше. И будешь служить брату твоему, как мы уже раньше как в, мы уже раньше прочитали э, в Битве, глава 25. А сейчас это мы еще раз прочитаем. Будет же время, когда воспротиви, воспротивишься и свергнешь его и восви твои. У нас фото здесь. Если вы посмотрите, Налево есть и думают люди. И направо есть наши люди. Это во время... Это во, во время средневековья. Тогда и они были наши слуги. Они служили наши люди тогда. Но ну, а потом, как мы же считали здесь, когда сказал, будет же время, когда воспротивишься и сврегнешь и его, его св, э, сви твои. Это что мы видим здесь? Они здесь начался война с нашим людьми. Бог уже обещал их, что э, уже э, их, что они будут на все в земли. Мы раньше были на это богатство земли, потому что это наш. books dá-lhe nascer o direito, a nis a nascer o voinaz diz, a patom e patom тогда a pravit vse ludi v Evropii. Etash to mi prach times diz, mi diz neta na na prava. mi nisrajali si. Мы не хотим сражались с ним, но потом, в этом среднем веке, они побеждали и уводили нас в разве. Это был конец нашего правления и начало царства Венинии. Битие, глава 27, стих 41. И возненавидел Исав Якова за благословение, которым благословил его отец его, и сказал Исав своим, приближаются дни плача по отце моим, и я убью Якова, брата моего. Сегодня расизм начался от этого. Сегодня ненависть, который и сам люди, или думая люди, есть на нашем люди. Это начаться здесь. Это расизм сегодня или ненависть сегодня. Не начался, потому что наши кожи – это черные или их кожи – это красные. Это начаться здесь. Это что мы сейчас прочитаем. Сейчас открываем Пророк Езикил. Пророка Езикил. Езики. Потому что ничего, ничего сегодня, ничего в жизни это новое. У нас это, еще раз, у нас это а, у них вот такого ненависть на нашим людям. От, это начался от их предак Исав, пророка Езикил. глава 35, стих 1. И было ко мне слова Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к горе сей, и изреки на нее пророчество. И скажи ей, так говорит Господь Бог, вот я на тебе горы и простру над тебе руку мою и сделаю тебе пустою и не мою. Города твои превращу в развалини, и ты сам опустеешь, и узнаешь, что я Господь. Так как у тебя вечная вражда, и ты предавал и и ты придавала сынов Израилевик в руки Мешу во время несчастия их, во время окончательной гибели. Что он это сказал? К горе сей. К горе сей. Сначала, кто там живет? Какие люди живут К горе, э, в горе сей. В сэр, какие люди живут там. Открывайте Битие 36. Стик 8. Битие, глава 36, стик 8. А мы узнаем, кому языке пророчествовал это. Кому, кому, кому. Это для кого? Битие,

Это Исава родословие Это Исава радословная. Еще раз. Давай мы придем обратно на пророки Езекиил. пророка Изикеля. Пророка Изикеля 35 стих 5. Как так у тебя вечная вражда? Вечная вражда. Вечная... Вражда. С кем? С израильскими людьми. С нашими людьми. У них есть у такого вовек ненависть. Дальше. И ты предавала сынов израилевых в руку мешу во время нечастой гибели. Во время окончательной гибели есть очень большой вражды между и думая люди, извиняюсь, и наши люди. А мы продолжаем, а мы увидим, что Бог обещал их люди. Пророк Малахи, глава 1, стих один Это о идумем люди Дальше. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Я возлюбил вас, говорит Господь. В чем я верьте любив к нам? Не брат ли Исав Якову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Якова, и Исаава вас возненавидел.

Какие горы? Горы Исеев. Горы Исеев. Еще раз. Исава возненавидел и предал горе его. Здесь мы знаем, потому что сегодня в церкви священник и тоже священники и тоже пастор сказал, Бог любил все люди, что он никто или никого он не любил. А здесь мы прочитаем, что он ненавидел Исава потомки. Исав и Исав и тоже его потомки. Об этом прочитаем потом. Дальше. Исав возненавидел и предал горе его опустошению и владение его шакалам пустыни. Дальше. Если Идам скажет, и думая люди сказал, потому что раньше мы прочитали, что Бог будет, где Бог сказал, что Он будет уничтожать их горы и чтобы никто или никого будет жить там. Он будет сделать эти эту землю э, А здесь Исав сказал, если Идам скажет, мы разореним,

когда они восстановят это, что мы видим здесь на фото. Они восстановят и с войны с нашими людьми. Они хотят забрать нашу землю, где мы, мы были в Европе, потому что это еще раз история. Они не научат наши люди или все люди в школе или в университете, или в церковь, или в церкви, они никогда не научат наши люди это. Это история, мы должны узнать, мы должны узнать эту историю. Если вы посмотрите внимательно на фото, вы увидите, что здесь это войны между их потомки и наши люди. Еще раз. Пророка Малахи, глава 1, стих 4. Если Идам скажет, мы разрушены, но мы восстановим разрушенное. Разрушить что? Что это значит? Они забрали Европу. Они забрали Европу от наших людей когда они сражались, они сражались против нас в средние веке. Они побеждали и водили наши люди, и они водили наши люди в разве. Поэтому раньше, где мы прочитали, в убитии глава 27, стих где-то 38 или 39, где Исаак, его отец, благословил его или сдал его благословение и сказал, что он будет жить на богатство вместо или богатство земли. Это об этом мы прочитаем сейчас. Еще раз. Если Идам скажет, мы разрушены, но мы восстановим разрушение, то Господь Саваоф говорит, они построят, еще раз, они построят. А что они построили? Они построили Европу. А как они построили Европу? Они забрали наши люди в ами а, а мы, это сделали для них. Мы построяли Европе, Европу для, для исава потомки, для идумия людей. Наши люди построили Европу и тоже Америку, когда мы были в разве. Дальше. Если еще раз в стику 4, если Идам скажет, мы разрушение, но мы восстановим разрушение, то Господь Савалов говорит, они построят, а я разручу и я разрушу. Дальше. А я разрушу и прозовут их областью нечестивою. Областью вою, Нечестивои люди. Нечестивои люди. Народом, на который Господь прогневался навсегда на которой Господь прогневался навсегда. Навсегда, во веке. Ничего не изменилось. Бог не любил их люди тогда. Это то же самое сегодня. Если мы, мы знаем, я знаю, что много людей знают это открывает Малахи глава 3 стих 6 и сказал, Ибо я Господь, я не изменяюсь. Еще раз, Ибо я Господь, я не изменяюсь. Я не изменяюсь. Бог никогда не изменился. Никогда. Это люди изменились. Не его, они изменились его, но они думали, что они изменились его или его доктрины. Он здесь сказал, ибо я Господь, я не изменяюсь. По вы, ви, сыны Якова не уничтожились. Сыны, сыны Якова не уничтожились. Никто не может в этом мире будет уничтожать наши люди навсегда. Левит 26, стих 31. Послушайте. Город ваши сделает пустыней, и опустошу святилище ваше, и не буду, и не буду обнять приятного благоухания жертв, жертв ваших. Дальше. Опустошу землю вашу, как что изумятся у ней враги ваши, поселившись на ней. Поселившись на ней. Наш враг – это и люди. Это и люди. Это наши враги. И думые люди, они начали жить там. Это пророчество мы прочитали здесь. А что еще раз дальше? Мы прочитаем об этом. Открывайте еще раз, пожалуйста, извиняюсь. Открывайте пророк Иезекиэль, 36, стих 5. Пророк Изикер, глава 36, стих 5. За это так говорит Господь Бог. В огне ревнасти мои я изрек слова на проще народы и на всю и думаю, на всю и думаю. Надо Понимать, почему он сказал, что он ненавидит эти люди навсегда. Мы об этом прочитали на пророке а, Малахи, глава 1, стих 4. Еще раз. За это так говорит Господь Бог. В огне ревности мои я извлек слово на прощие народы и на всю идумию и на все и думай, на все и думай Сказали на прочие народы, остальные народы, да, но особенно и люди. Особенно и люди наши враги. Наши враги сегодня или навсегда. Поэтому у них есть, есть это ненависть на наши люди сегодня. Поэтому эти белые люди, эти белые люди, и думая люди одинаковые, Начался проблема с нашими людьми. Они всегда, когда они увидят, увидят наши люди, они будут ругаться или нападать или, нападают, или избивать наши люди на улицу. Поэтому Бог не любит их вообще. Вообще. Еще раз. За это так говорит Господь Бог: В огне ревности моей, я изрек Слово на прощие народы и на всю идумею, которые назначили землю мою, во владении себе, с, с, с сердечной радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добищу себе. А не забрал наш земли. А забрали наши земли. Это об этом мы прочитаем здесь. Мы прочитали здесь. Еще раз, он сказал, которые назначили землю мою, это Иерусалим, Израиль, зем, Израиль земли сегодня. Они назначили землю мою во владение себе. Во владение себе. Поэтому они сегодня там живут. Они не настоящие люди. Открываем сейчас пророка Йоиле, глава 3, стих 2. Мы еще раз это прочитаем. Еще раз это прочитаем здесь. Я соберу все народы и приведу их в долину Йосафата. И там произведу над ними суд, за народ мой, за народ мой. Как он сказал, там произведу над ними суд, за народ мой. Это не значит, что он будет там сказать, пожалуйста, пожалуйста. Нет, нет, пожалуйста. Это значит, что суждение. Суждение для всех народов. Я соберу все народы и приведу их в долину сафата и там произведу над ними суд за народ мои, за народ мой и за наследие мои. Еще раз. Еще раз. И там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое. Наследие мое. Бог только заботиться за израиль люди и все поэтому он это будет он это будет сделать потому что он хочет спасти наши люди от наших враги от американских людей от европейских людей азийских люди арабские люди африканские люди оригинальные африканские люди хамити как сказать хамити потомки Дальше. Еще раз. Произведю над ними суд за народ мой и за наследие мое, Израиля и Израиля, которые они рассеяли между народами и землю мою разделили. Говорите мне, пожалуйста, когда они рассеяли наши люди. Это после средние векови време. Они на час забрат наши люди в разво, продали наши предки и тоже наши праматери. Они положили наши люди, купили наши люди для рабства. Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter and podcast and stay up to date with us. For more information please visit www.israelunite.org.